Студентки рязанских вузов готовятся к областному конкурсу красоты и талантов «Мисс студенчества-2017». Самое сложное уже позади. Это кастинг. Строгих критериев, таких как, например, 90-60-90, здесь, конечно же, нет. Зато обязательные условия – быть яркой, искренней и открытой. Это движение, это развитие, это интересно, это знакомство. Да, это волнительно, это нелегко, это требует каких-то вложений, каких-то затрат по времени. Но и вместе с тем оно того стоит. Сейчас финалистки уже в стадии экватора конкурса. За плечами тренинги по дефиле, мастер-классы и бьюти-фотосессия. В этом году организаторы мероприятия приготовили для участниц и новые испытания – выполнить нормативы ГТО. ГТО, я думаю, для меня будет проще всех, вот, потому что физическая подготовка у меня на достойном уровне, а вот творческий, скорее всего, номер и еще интересный и сложный мой герой. Сегодня же организаторы мероприятия приготовили для участниц новые испытания в виде пресс-конференции. Девушки продемонстрировали, как они умеют держаться перед камерой и красиво говорить. Я горжусь тем, что учусь именно в педагогическом вузе, так как педагог – это тот человек, который находится у истоков. Самый ответственный и волнительный момент, конечно же, финал. Девушки продемонстрируют дефиле, танец и свои творческие номера. Организаторы пообещали сделать мероприятие по-настоящему светским. Мне кажется, что это замечательный конкурс по той простой причине, что девочки знакомятся, налаживаются межвузовские связи, взаимодействия. Вузы дружат между собой, обмениваются опытом. Вот, и мы с ними вместе делаем наш город культурным. Финал конкурса пройдет 5 декабря в Театре драмы. Кстати, каким станет главный приз, который получит победительница, организаторы до сих пор держат в секрете.